Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Сегодня, 19 июня, умер знаменитый актер Иэн Холм. Мужчина скончался из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона, которая мучила актера последние несколько лет. Холм умер в клинике, в кругу семьи и близких. Трагическую новость сообщило издание The Guardian, ссылаясь на сообщение от агента Холма. За свою жизнь Иэн исполнил десятки ролей. Многим он запомнился как Бильбо Бэггинс в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», одна из которых стала его последней работой. Помимо этого, он иногда играл в театре и озвучивал героев мультфильмов. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!